Актер Роман Курцын известен по ролям в сериале «Мент в законе» и фильме «Чемпион». Зрители знают его как брутального качка с яркими голубыми глазами. Но от привычной внешности артиста остался только пронзительный взгляд. На новых фотографиях в соцсетях перед фанатами предстает усатый мужчина, средних лет без внушительной мускулатуры, зато с глубокими морщинами на лбу. Роману 38 лет, но до недавнего времени ему давали не больше 30, изменив имидж. Курцын стал выглядеть на свой возраст. Поклонники и особенно поклонницы актера были поражены. Куда делся тот красавчик, которого они видели на экранах еще пару лет назад? Больше всего подписчиков удивляет, что Роман лишился своей фирменной черты – накачанного тела. С усами Курцын появляется не впервые. Он регулярно отращивает их для новых ролей. И все же каждый раз поклонники бурно реагируют на перемены.